Всем здорова, друзья, с вами Спикер, и мы продолжаем ночной ужас в игре Dead by Daylight. Сегодня у нас будет Фредди, сегодня будет новый выживший, новое свежее место, и, конечно же, мы все посадим на крючки. Берите вкусняшки, устраивайтесь поудобнее, и наша охота начинается. Погнали! Раз, два, три, четыре, пять, вышел Фредди погулять, мы идем тебя искать. Ух, начинается наша охота, у нас сегодня Фредди, и у нас сегодня всего лишь три выживших, друзья. Это, конечно, очень печально, но это мне не помешает поймать всех троих и насадить на крючок. Ну что, поймаем всех, усыпим, конечно, и сегодня у нас, походу, кукурузное поле, как понимаю. Карта, в принципе, хорошая, и я вижу, первая жертва есть, и как раз можно ее уже усыпить, друзья. Ну что, мой друг хороший, засыпай крепким сном, и я скоро найду тебя уже, потому что тут я тебя уже вижу очень далеко. Ну что, началась наша охота, и первый есть выживший уже. Практически у нас на крючке, он решил побегать вокруг, что ли? Не тут-то было, Фредди... Фредди сегодня поймает тебя, друг ты мой хороший. Я вижу тебя. Иди ко мне, Фредди тебе причинит боль, страдания, и, конечно же, мы пойдем вот сюда. Оп. Как хорошо попал. Прям в окошко вылез. Иди ко мне, мой хороший друг. Осталось еще разок ударить, и все, ты будешь моим навечно. На века ты будешь моим. Мы его взяли, и, кстати, уже два генератора, я вижу, починили. Найс, это реально круто. Ребята очень активны, они чинят генератор очень быстро. Но я поймал сегодня первую жертву уже. Так что можем посадить на крючок, конечно же. И, конечно же, покричать погромче, главное, мой друг. Ох ты да, как ты кричишь-то. Ну что, ищем остальных, осталось буквально два выживших, и ищем остальных. Мы, конечно, их усыпим и будем их искать. Ребятишки, куда вы делись? Я вас все равно сегодня найду. Осталось всего лишь три генератора, и нужно как-то поактивнее искать, потому что ребята сегодня довольно шустрые. Но пока что я не вижу. Фредди все пытается найти, мы пока что побегаем возле нашего подвешенного. Но ребята не пытаются его спустить, значит, нужно куда-то подбежать подальше и попробовать их найти где-нибудь. Так, пробежимся по генераторам быстренько и посмотрим. Возможно, ребята пытаются починить. Именно тут они у нас не чинили. Ох, есть шум, ребята спустили своего. Так что нужно возвращаться и ловить как раз сразу двоих. Сейчас будет свежее мясо. Кто ж тебя отпустил? И куда ж вы убежали, друзья мои хорошие? Так, я не вижу следов. Я не вижу буквально никаких следов, и куда-то они заныкались. Так, вижу, чувака поныкали. Ох, тогда его уже похилили. Так что можно его зацепить снова уже и снова его посадить на крючок, да, мой хороший. Сейчас ты снова будешь на крючке. Да, Фредди снова идет за тобой. Сегодня дубль 2, и Фредди снова идет за тобой. Нет, нет, не получилось, Фредди. Не тут-то было. Да. И снова пойдешь на крючок. Никого не вижу. Никого не вижу, никого нету. Тебя берем уже и, наверное, посадим второй раз на крючок. Кстати, у нас появился какой-то синий крючок. Мне интересно, что это такое. И давайте попробуем подвесить именно вот сюда. Сейчас посмотрим, почему он выделяется. Давай-ка, мой друг хороший, прям на крючочек. Ох ты да, как ты кричишь. И сущность практически его забирает в ад. Ребята, куда вы же заныкались? Появитесь вы ко мне. Так, осталось три генератора. И что у нас происходит? Так, пробежимся быстренько по генераторам. Ну, чувак, конечно, уже не жилец, и скоро его заберут прямиком в ад. А ребята, вижу, у нас хорошо. Заныкались, я реально их не могу найти. Ох, есть шум. Они пытаются своего спасти. О-о-о, секунду, смотри, как заныкалось, хорошо. Засыпай, моя хорошая, ты засыпай. Я побежал дальше, потому что есть чувак, которого осталось буквально чуток, его можно уже добить. Так, нужно прислушаться. Так, где-то он тут стонет точно. Ух ты, мой друг, иди ко мне. Я вижу много следов, я потерял следы и потерял... Ох, нет, секундочку, я кого-то вижу. Да-да-да-да, я вижу. Я вижу красотку, которую можно засыпать, и, конечно же, сейчас будет удар. Фредди, Фредди, сзади тебя. Да спай. Да, обожаю Фредди, обожаю, конечно, его манеры. Там, кстати, вижу, у нас пытается починить генератор, так что можно сбегать, наверное, туда. Эту нашу красотку здесь оставить и побежали вон туда. Она пытается разбудиться. Сейчас подбежим и разберемся. Так, так, подходим. Иди ко мне, моя хорошая. Нет, она пыталась мне ящики спустить. Нет, обойдем. Обойдем с другой стороны. Иди ко мне, иди ко мне. Фредди сейчас настигнет на тебя. Да-да-да-да, не получилось буквально чуток. И наша детка убегает.
Так, вижу другого чувака. Мы детку оставляем, не побежали за другим. Мне хочется свежее мясо. Куда делся, чувак? Как ты с двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Секундочку, у нас пытались починить генератор. И нужно найти чувака, который, по идее, уже раненый. Да, его нужно, по идее, найти и уже его реально подвесить. Потому что остался последний крючок. Кстати, пытались, наверное, вон там еще починить. Ух ты же, сегодня реально ребята очень хорошо играют, их всего лишь трое. Тут у нас пытались починить, но мне кажется, они пошли, наверное, все-таки в ту сторону. Нет, есть шум, и ребята, походу, разбудилась. Сейчас подбежим, посмотрим. Она просто убежала, она просто разбудилась и убежала. Я вижу свою жертву следующую, так что идем, друзья, к ней. Надеюсь, я успею добежать и взять. Надеюсь, это тот самый чувак. У нас получается две красотки и один чувак. Так, 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 иди ко мне. Иди ко мне, я не причиню тебе боль. Да, она уже на земле, и можно брать ее и садить ее на крючок. Хотя можно просто наваляться, может, и я могу, кстати, ее наблюдать даже издалека. Да, ее видно, в принципе, ее видно издалека, это реально круто. И, в принципе, я, наверное, оставлю ее на земле. Да, она подсвечивается синим. Ну, не очень-то яркая, скажу. Хорошо, наверное, берем ее, садим на крючок. Пыталась починить, у нас никого нету, где ее повредим. И нужно оставить, найти остальных. Так, пойдем со мной на крючочек, и как раз ты будешь страдать. Буквально тут рядышком есть крючок, и сейчас мы тебя подвесим. Ах ты моя хорошая, давай-ка, страдай, мучайся. Кричи громче, я побежал в другие генераторы, и как раз нужно проверить, наверное, вон с ту сторону. Ребятишки, куда вы ж делись? Так, где ее повредим? Мне нужно найти еще чувака, и можно его посадить на крючок. Ох, ребята, ребята довольно дружно и спускают друг друга. Это реально найс и реально по-спортивному. И мы отбежим с другой стороны. Они куда-то заныкались. Так, вижу много следов, где-то тут поблизости много следов, и куда-то они пропали. Я их не вижу. Ну хорошо, побежали в эту сторону. Ох, есть следы. Есть следы прямо тут, а я вижу, был шум. Побежали в ту сторону. Не тут-то было. Фредди сейчас тебя найдет. Фредди сейчас тебя истребит. Так, иди ко мне. Нормально. Обойдем с другой стороны, зайдем в домик. И я побежал прямо. О, еще чувак есть. Чувак, ты мой. Чувак, ты реально мой. Может, нужно сперва его засыпить. Иди ко мне. Давай. Засыпай уже. О, готов, он готов уже. Да. И посадим его на крючок, друзья. Давай же на крючок чувака. И, в принципе, он уже не жилец. Он может, в принципе, уже выходить. Но я хочу его все-таки посадить на крючок и отправить его душонку прямиком в ад. Сейчас осталось буквально чуток, и он на крючке. Осталось две жертвы. И что? Идем искать их, друзья. Я вижу свою первую жертву уже. Вернее, вторую жертву. И я иду за ней. Я иду за тобой на край света. Такая звучит, она стонет, она пытается похилиться. Воу, заныкалась. Как так быстро? Как так быстро? Я даже не успел понять, где она была. Эх ты, я видел тебя. Я тебя видел, побежал в эту сторону. И кажется, я тебя, нет, не потерял. Она бегает налево-направо. Тут сложно не заметить. Так, по кругу решила. Решила по кругу пробежаться, зайти внутрь. И что же будет? Побежали вниз. Прямиком в ад. Обалдеть, прямиком в ад, друзья. Ну что, у нас осталась еще одна жертва. Я не знаю, что с этой оставить жертвой. Можно, в принципе, ее оставить, истекать кровью и найти нашу третью. Потому что откроется люк, и она просто сможет. О, кажется, я заметил. Я ее заметил, друзья. Она моя. Она навечно будет моей. И, конечно же, мы будем брать ее живьем. Только живьем, друзья. Как шустро она убежала. Блин, как она получилась там? Обалдеть, я просто в восторге. Я был в восторге, и что ж ты бегаешь туда-сюда? Мы это делаем. Нет, только не фонарик, чертов с два. Детка, только не фонарик, куда ты исчезла? Она бежала, наверное, внутрь, она побежала к своей. И нужно спасать, вернее, свою вторую. Так что, друзья, спускаемся вниз. Да-да-да, нет. Куда она заныкалась? Вот в чем вопрос. Так, у нас тут хромает. Пускай хромает, у нас хромает, и осталась третья. Она заныкалась, по идее, я могу ее увидеть, если она очень далеко будет. Но пока что я не вижу ее. Вот в чем вопрос. Так, отходим подальше. О, я вижу, он пытается заныкаться. Нормально. Идем туда. Я буквально там был рядышком, я не видел ее. Нет, не тут-то было. Оп. Не получилось, что ли? Нет, не получилось, и походу моя. Нет, красотка, не убегай.
Она, кажется, поднимала свою красотку, и она убегает уже. Чертов сдува, как же не повезло. Не повезло твоей Ниве, я вижу же свою жертву. И я вижу вторую жертву тоже, нужно положить эту жертву. И туда побежали за другой. Оп, готово. Побежали, друзья, за другой жертвой, буквально тут прям за углом. Так, о, был шум. Был шум, как раз разбудилась. Она, нет, она пересигнула, вижу. Осталась одна жертва, и что же с ней делать, друзья? Мы посадим ее на крючок и будем долго-долго пытать. Решил поприседать. Кстати, у нас Фредди не умеет приседать. Хорошо, обойдем с другой стороны, попытаемся. Мы вот так обманем ее. Я думал, нас обманули. Ладно, мыть хорошо, обойдем это дело. Обойдем дело с этой, с другой стороны. Ух, она с другой стороны пошла. Сейчас, моя хорошая, буквально чуток осталось, но вижу, включила спринт какой-то. Ну, черт возьми. Не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Так дело не пойдет, мне нужно тебя взять живьем. А у нас та, по идее, истекает кровью. Да-да-да-да, что ты будешь делать? Давай тебя! Нет, только не фонариком, черт возьми, она побежит к своей жертве. А где осталась жертва, я даже и не помню. Где-то в доме. Она стопудово побежит в дом спасать свою красотку. А куда делась моя жертва? Она была буквально вот тут. Ну-ка, перешагнем. Ну, стопудово она пойдет поднимать ее. Я не вижу. Я вижу свою жертву, кстати. Вон она прыгает, приседает. Она уже поняла, что истекает кровь. Она поняла, что уже все. Ей хана. И буквально... Я вижу тебя. Не тут-то было. Фредди идет за тобой. Фредди рядом с тобой. И Фредди готов тебя истреблять. Куда ж ты делась-то опять? Черт вздва. Ребята реально опытные, ребята очень хорошо играют. Я вижу, оху, как повезло-то. Прям передо мной появилась. И я иду за тобой уже. Давай, давай, Фредди. Давай же ее. Да чертов с два, какая хитрая-то. Какая ловка хитрая. А, осталось буквально чуток, и откроется люк. Тот самый люк, и пойдем в другую сторону. Да черт возьми, как же тебя поймать-то? Ух, так сделаем. Мы вот так, нет, нет, только не фонариком. Черт. Так, побежали в другую сторону. Так, я вижу, есть следы. Она бежала, походу, к своей. Да-да, есть следы тут, там, рядышком буквально. И вот наша жертва пытается ее поднять. Где она? Где она? Буквально здесь его. Я видел, вижу. Все вижу прекрасно, и ее тут нету. Вот она. Вот она. Приседает, прикалывается. И, конечно, осталась последняя. Да, мертвая жертва. И осталась последняя красотка. Но, кстати, у нее еще хп слишком много. И будет, конечно, мне очень досадно. Ну чертов вздвоч, что же происходит-то? Она просто реально издевается надо мной. Фредди просто так не пройдет. Против Фредди не так уж просто играть-то. Ну какая шустрая-то. Ну что ж ты будешь делать-то? Эти ящики мне реально доконали сегодня. Дай перепрыгну. Нет, перепрыгну, конечно, это дело нельзя. Можно быть, да черт возьми, реально. Какая тактика однообразная. И идем по следам, друзья. Я вижу тебя. Идем к ней, она побежала к другим ящикам и будет пытаться использовать другие ящики. Но открылся, по идее, уже люк, и можно бежать через люк, но этот люк еще нужно будет и найти. Вот в чем под вопрос. Вот в чем подвох-то. Куда делась-то? Буквально вот следы были. О, вижу. Какая хитрая, коварная самочка. Ух. И снова новые доски. Да черт возьми, эта ходка просто напрягает меня по полной. Всего трое их, и меня ходка напрягает по полной. Это ходка очень потная. Но я тебя все равно настигну. Если не найдешь люк, если тебе не повезет, ты попадешь у меня прямиком в ад. Я эти ящики сегодня реально все уничтожу. Вот она. Вот моя красавица. Иди ко мне, моя жертва. Иди ко мне, моя самочка. Для спаривания. Черт возьми. Ух ты, жесть. Давай уничтожим эти ящики. Надеюсь, все батарейки уже закончились, и я смогу продолжить. Да, вижу, она забежала вот сюда и побежала куда? В окошко, я вижу. Она реально прикалывается надо мной. Да что ж такое сегодня происходит? Она надо мной прикалывается. Давай по окошкам. Ух, не то-то было, да? Ух, ничто. Реально проверяются все мои навыки в этой игре. И готов сегодня ящики снова. Да черт возьми, там были ящики. Я видел ящики. Мы, конечно, ящики уничтожаем, потому что этим ящики реально сегодня достали. Я готов сегодня ее просто растерзать. Она бежала через кукурузное поле. Я вижу тебя. Я вижу тебя прекрасно. И другие новые ящики, что ли? Новые ящики, черт возьми! Что происходит сегодня с ящиками? Она видит меня. Я вижу ее. О-о-о-о-о! Буквально чуток зря сделал это. Не, с другой стороны. Побежали в другую сторону. Не тут-то было. Вот моя красавица. Вот моя самочка для спаривания. Так, что-то было, какой-то навык.
мы где уничтожим. Осталась последняя самка. Осталось всего лишь 3 генератора. И походу побежала куда-то вот сюда. Я вижу ее следы, я не вижу ее. Вот в чем вопрос. Я ее походу ее скоро, друзья, потеряю. Кстати, друзья, она спит или не спит? И вот я и забыл, кстати. Она спала у меня или не спала? Если она не спала, то реально мои... Нет, она не спит у нас. Она у нас спит и пытается со мной играться. Но не тут-то было. Спикер тебя все равно найдет. Черт. Черт возьми, я тебя возьму сегодня. Я тебя сегодня возьму и буду долго пытать. Долго пытать и долго уничтожать. Сердце бьется все сильнее, потому что сегодня я меня просто... Отымели. Ну что ж такое? Там был шум, по идее, сзади. Вот, ну вот, вот она. Иди ко мне, моя хорошая. Ну и что ж-то? Эти ящики скоро закончатся, эти ящики точно скоро закончатся. Не получилось, но буквально чуток мне не хватило. Так, так, так. Я чувствую, предвкушаю скоро твою гибель, потому что ящики скоро закончатся. Да что ж такое? Да я буквально ее потерял. Мне кажется, долго не играл в эту игру, и я потерял навык охота. Либо ребята прокачались очень хорошо, и она бежит к следующим ящикам. Ох, потная охотка сегодня у нас, конечно же. Очень потная охотка, мы обойдем с другой стороны. Я тебя сегодня все равно найду, я тебя буду истреблять долго. Мучительной смертью. Да что ж такое-то? Я налево, она направо. И буквально... Да, друзья, я все-таки ее зацепил. Нет, она хилится. Она хилится, не тут-то было. Фредди, Фредди, Фредди сейчас найдет тебя. Где? Где следы? Я не вижу следов. У меня руки трясутся, руки потные. Я не могу ее найти. Вижу следы. Нужно прислушаться. Так, я ее потерял. Она хилится, по идее, а я ее потерял, и нужно отойти чуть подальше, наверное, и тогда я смогу ее увидеть. Я ее не вижу, вот в чем вопрос. Это очень фигово, конечно же. Где ж моя красавица? Где ж моя самочка для спаривания? Я не смогу ее, походу, найти, если она проснулась. Ну, по идее, от удара, не знаю, просыпается, не просыпается, но я ее больше не вижу. О, был шум. Был шум, значит, побежали туда. Она решила меня просто вывести на эмоции. Она решила со мной поиграть вновь. Так, она еще хромает. Она еще хромает и где-то, видимо, тут неподалеку. Так что нужно ее искать. Можно, в принципе, включить этот режим уже сна и попробовать ее зацепить. Так, 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 ну что же будешь делать-то? Где ты, моя хорошая? Куда ж ты делась? Сейчас ты уснешь у меня крепким сном, и я тебя найду. Где-то был шум, но я даже не знаю, откуда и где он был. И будем ее искать. И... Черт возьми, я ее потерял. Она уже, вижу, похилилась, и уже свежее мясо, но снова на ногах. Ну что ж такое, будем ее, конечно, искать, будем ее искать и истреблять. Да черт возьми, реально сегодня, реально мне нужно чисто по-спортивному сегодня взять этот раунд. Так, нет, не нравится. Этот звук мне не нравится, и будем искать нашу жертву. Она, конечно, будет искать выход, мы будем искать ее, и, конечно, нужно ее усыпить сперва. А можно, по идее, и найти люк, и, наверное, все-таки маленько подкараулить ее возле люка. А вот по звуку, кажется, люк находится где-то вот в этой стороне. Сейчас прислушаемся и найдем. Нет-нет-нет, секундочку, кажется, вот в этой стороне. Ох, жесть, потная охотка, всего лишь 2 забрали, и 3 у нас сегодня довольно шустро получилось. Самочка и... Так, где находится люк? Где ты, моя красавица? Где ты, моя самочка? Я тебя сегодня точно найду, и я тебя должен истребить. Да, долго бегали, долго ловили, но не смогли ее поймать. Очень шустрая, очень коварная самочка оказалась. И чисто по-спортивному мне нужно ее сегодня истребить. И чем мы сейчас и пытаемся заниматься. Так, хорошо, найдем люк и, наверное, будем все-таки пытаться искать ее уже по люку. Ух ты, жесть. Куда же заныкалась-то? Карта реально огромная, карта очень темная, очень много дыма, пыли и очень сложно найти выживших. Но мы все-таки сегодня должны найти это дело. Так, так, вот звук буквально где-то, буквально здесь, наверное, сверху. Черт возьми. Ну, хоть пыталась починить генератор, она просто сидит, отныкивается или пытается найти люк. И убежать, конечно же.
Я тебя все равно нашел! Я тебя нашел, я тебя буду истреблять вновь! Нет-нет-нет! Оп! Эх! Детка, детка, убегай! Убегай! Ну, чертов с два, ну так реально не по-спортивному. Какого черта ты стояла на месте? Ну это не то. Это не то, это не чистая победа. Это не победа вообще. Хорошо, берем тебя на крючок и уже сажаем. Я не знаю, друзья, это не честная победа. Вы, конечно, тоже напишите комментарий. Нужно было убегать, нужно было, конечно, пытаться чинить генератор, нужно было пытаться выживать. Что же еще делать в этой игре? Садим ее на крючок и увидимся в других роликах. Спасибо, кто смотрел, и до новых роликов. Всем спасибо и до новых ужасов. Всем пока.